Хейоги, с вами Шумики, мы продолжаем родить игру по названию Chicken's Assistance. Так, ладно, поехали. Херня. 10-17. Не знаю, пускай это будет. 41-41. Это на 60-м, да? 43-19. Тридцать семь. Так, ну это я, понятное дело, меняю. А, я на атаку поменял. Так, деф 11200. Нормально. Вот это обратно. Погнали пробовать босс рейд. В смысле, я уже не успел? Заебись. Ладно, погнали дальше по сюжету. Нихера, это что, типа, куриное время? Типа, я в космосе теперь? А, нихера себе. Это, типа, предыстория? Ну, я понимаю, что у них, типа, мало, но они сильно дамажат. Я не рофлю, что они сильно дамажат. Они очень сильно дамажат. В принципе, для... Именно от сюжета здесь многого не надо. Ну, снова же я говорю, если вы хотите чисто сюжет посмотреть, то да. О, снова 20 волн, замечу. Пинасты. Сказочка про серого волка. Как-то это было очень просто. Не, просто на самом деле мы играли просто яйцом. Три, два. Восемь. А, тут чисто восьмерка, здесь чисто девятка. Ладно, ждем время и летим.
Так, босс рейд, погнали. Мне интересно, что мне... Ой, я не посмотрел то, что у меня есть. Так, а вот это вот мне уже не нравится. Слишком они какие-то хпшные. Хотя здесь только 10 волн. Хотя ты еще попытайся дожить до этой волны. Реально. Хотя я бы успел. Немножечко бы еще. 49. Quick. Сорок пять. Двенадцать тысяч. Золотое яйцо. Так, 39 200. Как я понимаю, это для какого-то другого, да, босса рейда мне нужен? Ну ладно. Босс рейды. Тогда погнали дальше по сюжету. Так, я что-то нашел. А, мы в тюрьме. А, то есть мы все еще слушаем историю, да? Предысторию. А, заметьте, просто это террористы из КСки, и поэтому говорят хедшот. А, то есть здесь можно заваншотить. Вон оно что. Если так, 53, пускай остается маленькие кристаллы. Рапира. По факту я все равно потом смогу нас собирать. 65, 65, 69.
Продать яйцо. Сука. Просто так продавал. Инвентарь. Окей, погнали снова. Я что за крысу забыл? Эх. Ну ладно, хоть до сюда дошел. Так, инвентарь. Сразу соли про... Что это? 23440. Оставляем. 54. Сука. Снова минус бабки. Как обширить, чтобы у меня еще больше было душ? Больше сотки. А, не знаю, что из этого, но пускай будет. Еще идем. Или нет, давайте, короче, по двону мира еще раз на босс рейда. Так, что мне дали? Давайте смотреть. Ящик. Херня. Короче, вот это very очень редко. Хедшот это все-таки от этой, от этого оружия. Так, 15. Снова корону дали. ХП, ножик. Так, 45. 7 атаки. Сейчас на босса пойдем. Все, полетели. Thank you.
еще. Вот если бы дали хедшот на такого здоровяка, было бы лучше. Это еще не все. Там еще просто рука вылезла. И все, за вот это только дали. Ну и... ачивку, да? Сорок пять... Не знаю. Но она очень редкая. А ну-ка, у меня больше теперь стака? Нет, больше стака не может быть почему-то. А почему? Кто его знает? Никто его не знает. Никто этого не знает. О, чисто. Я сейчас получу 500 тысяч. Понимаете? 500 тысяч. А куда они пойдут? Никуда. Никуда они не пойдут. То, что я не знаю, что мне нужно, чтобы улучшить. Может, вот это оно? Не, это робот мистический. Это маленькая хуйта. Не то. Я просто понимаю, что я сейчас возьму и проебу это все. Ок, смотрите. Уговорили. Минус 500к. Почему только максимум 100? Почему? Где это показано? Может, вот это? Если да, я охерею. У меня плохое предчувствие, что нужно было на самом деле то вкачивать. 6. Это 9. Я лучше на 9. 4-4. О, неплохо. Шлем. 4-8. Либо в ХП, либо в урон. Лучше в урон. 5-7. 12-16. Ху-ху-ху-ху-ху. Имба. Теперь, мне кажется, я босса того смогу выиграть. Headshot.
Замечу, что часто начинают откидываться. Тогда хедшотов было больше. Так, а в тот момент я уже тогда здесь сдох. Нет, фу. Что, что происходит? Синий Халк. Так, новая миссия разблокирована. И я новое оружие открыл. Сколько ты стоишь? Сорян, но что-то придется выкинуть ненужное. А что если меньше 600? Ну, допустим, этот меч, да? Меньше 600, ничего тут больше нету. Чуть как обычно свою ошибку не допустил. Окей. Ага, черепушка мне это нужна будет все-таки. Покер-чипы нужны. Хотя... мне кажется, я потом прокачаюсь, и я смогу это получить. Черепушку. Не хочу снова как тогда тупануть, поэтому я проверяю. А, замечу, что у меня теперь призрак какой-то летает здесь. Фиг знает. Почему только сотка максимум? А, вот оно что. Теперь я понял. Теперь я все понял. А вот теперь я могу продавать это все. Много всего лишнего попродавал. Так, цепь на 370, на 80 уровень. Сол 23 оставляем. 25 продаем. Very Rage замечу. 57 продать. Еще один Very.
рейдж, просто рейдж. Ну, фиг его, фиг его. Короче, нужно хп прокачивать и урон. А на самом деле лучше желательно прокачать мне рюкзак. А если проебусь? 300 тысяч. Даже не знаю, сколько там. Хотя, походу, я знаю. Если следующий вкач мне нужно 400 тысяч и 80 уровень. Maybe я и знаю. Поэтому давайте 80... А, стой, я пока его апну. Уже до хера времени пройдет. 9 урона. Вот это теперь будет у меня 7,3. А это что? И пускай этот будет. Так, 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 так. Ну, в принципе, все. Давайте тогда, думаю, с вами на этом закончу. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.